На прошедшей сессии городского собрания депутатам предстояло рассмотреть 11 вопросов повестки дня. Информация о правопорядке в городе Силаме. Докладчик, руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев, рассказал и показал в цифрах состояние правопорядка в городе. В целом, количество преступлений увеличилось. Андреев связывает это с группой преступников, которая занималась угоном машин. Возросло число нетрезвых за рулем. Количество других преступлений осталось на уровне 2014-2015 годов. В 2016 и 2017 годах полиция в сотрудничестве с городом планирует развивать видеоохрану, соседское наблюдение Набри Варве и приглашает к сотрудничеству помощников полицейских. После доклада депутаты задавали представителям полиции свои вопросы. Председатель Союза самоуправления Идавиру Мавейко Лухалайт рассказал депутатам о работе Союза, его задачах и целях, о финансировании проводимых мероприятий в области образования и спорта. На сегодняшний день в Союз входят 17 самоуправлений Идавирума. Координатор по туризму Кадри Ялонен рассказала о развитии туризма в Идавирума, привела цифры посещения городов и других туристических объектов иностранными и эстонскими туристами. В целом, количество посещений увеличилось в сравнении с 2014 годом. 11-й и последний вопрос повестки дня. Прекращение деятельности силамейского детского сада Хелепунасет Пурьет. Детский сад Хелепунасет Пурьет был построен с учетом 14 групп на 254 ребенка. В связи с уменьшением рождаемости в городе, городским управлением проведен анализ состояния посещений на сегодняшний день. В детском саду работает 3 группы, общим количеством детей 29. Большинством голосов депутаты центристской фракции проголосовали о закрытии детского сада Хелепунасет Пурьет с нового учебного года. Оппозиционная фракция была против. На этом работа сессии была закрыта. Городское управление, отдел развития продолжают работу с различными фондами с целью финансирования различных городских проектов. В феврале месяце этого года отделом развития было подготовлено 3 проекта. 2 из них было представлено в фонд поддержки предпринимательства, 1 был представлен в Центр инвестиций в окружающую среду. Начну с Центра инвестиций в окружающую среду. Совместно с Вайверской волостью решили, что дорожка, которая идет вдоль моря и находится на дороге Мяннику, что является собственностью Вайверской волости, начинает обрушаться. То есть берег вдоль моря начинает обрушаться, и эта эрозия может угрожать самой дорожке, по которой передвигаются в том числе жители города Силамяя. И чтобы выяснить причины этой эрозии и разрушений, планируется заказать исследование, которое должно дать ответы на эти вопросы, а также предложить ряд мероприятий по укреплению берега. И стоимость этого проекта предполагается 6000 евро, из которых 10% вложит город Силамяя. Вторым проектом является ремонт первого этажа гимназии под нужды городской библиотеки. Планируется подготовить этот первый этаж для открытия там центральной библиотеки, то есть отремонтировать эти помещения и создать подходящую рабочую среду. Стоимость этого проекта 326 тысяч евро, и львиная доля будет профинансирована из городского бюджета, а из фонда развития предпринимательства планируется получить 32 тысячи евро. И, наконец, третий проект, самый важный, самый крупный по инвестициям, это реконструкция Приморского бульвара. Там стоимость инвестиций доходит до 1 700 000 евро, и 85% из этой суммы планируется привлечь также посредством фонда развития предпринимательства и из программы укрепления конкурентоспособности регионов. И в таком случае, если проект будет поддержан, то планируется его реализовывать в следующем году, предположительно с апреля месяца, и до осени 2017 года.
То есть этот объект является визитной карточкой нашего города, и улучшится городская среда в целом, что будет способствовать не только созданию даже новых каких-то сфер обслуживания и рабочих мест, но и других возможностей для жителей города, для проведения городских мероприятий, и в целом город будет выглядеть более привлекательным. Город свежих морских ветров. Таков лозунг нашего города. Но порой свежестью в Силаме не пахнет. А наш нос, не особенно в отличие от некоторых животных, чувствителен, порой через рецепторы предлагает нам такие ароматы, что дышать таким воздухом не хочется. А у некоторых случаются аллергические кризы. Что же делать в случае появления в городе неприятного запаха? С 2014 года в городе Силамяем действует станция мониторинга окружающего воздуха, с данными которой вы можете ознакомиться по адресу силамяи.ее в разделе «Городское хозяйство», «Атмосферный воздух» и «Станция мониторинга воздуха». Хочется обратиться к жителям. Если у вас возникает беспокойство, связанное с качеством атмосферного воздуха, просим вас обращаться в инспекцию окружающей среды по телефону 1313, где ваша жалоба будет зафиксирована и дальнейшие действия предприняты для решения проблемы. Ну, запахи иногда исходят как при южном ветре, так и при северном ветре. То есть здесь никакого значения не может быть. Запах есть, нужно звонить. Да. При любом условии. Ну, поскольку наш нос так устроен, что какая-то там 2-3 молекулы вот этого масла сланцевого, так скажем, либо нефтепродуктов спорта, и мы чувствуем. То есть не надо делать какую-то разницу. Есть запах, нужно звонить. Да. Еще раз повторите телефон. Телефон 1313, дежурный телефон инспекции окружающей среды. Эти данные фиксируются, и на основании этих данных делаются какие-то выводы. Какие? Вы в курсе? Да, предпринимаются дальнейшие действия. При накоплении большого количества жалоб решается проблема. То есть выясняется причина возникновения запаха, и уже ведется работа именно с предприятием или С предприятием, с любым предприятием. Да, являющимся источником возникновения вот этих неприятных запахов. Да. То есть звонок, он не впустую, это не выстрел в небо. Это конкретная жалоба, по которой будет потом какие-то действия. То есть горожане, ну, обязаны звонить. Уважаемые горожане, при появлении неприятного запаха в любой части города позвоните и расскажите об этом оператору по телефону 1313. Уважаемые телезрители, теперь программы «Сила Мяевского телевидения» вы сможете посмотреть в кабельных сетях «Элеон», «Старман», «Телсет» на канале ТПН «Балтия». В пятницу 20:30, в субботу в 16:00, в воскресенье в 21:30, в понедельник в 7:30 утра. February 1989 последний советский солдат покинул территорию Афганистана. Немало погибло в этой войне граждан СССР, в том числе и жителей Эстонии. А в Силамяе названа улица именем жителя города. Михаил Румянцев погиб в ходе одной из операций в Афганистане. В составе контингента ограниченно служили эстоноземельцы. Погибло их более 36 человек. И русские, украинцы, эстонцы. 16 эстонцев, 14 русских, 2 белоруса и украинец. И 3 человека неизвестной национальности, скорее всего, наверное, все же приписали русским. Это 30 семей получили похоронку, такое горе, так скажем. Это всегда люди устанавливают памятные знаки с тем, чтобы помнить этих людей, которые отдали свои жизни. А в городе Таллин установили памятник. В городе Кохтла-Ярви ветераны афганской компании, так скажем, они сейчас занимаются этим вопросом. Вот мы сейчас только что снимали памятник, который находится у тебя в гараже.
Когда появилась идея и кто воплотил в жизнь вот этот роскошный, так скажем, ну, очень хороший памятник, по моему мнению? Перед этим я показывал как раз фотографии. Идея пришла после этих фотографий, сделанных в апреле месяце 2000 году. И сама идея возникла после встречи воинов-интернационалистов, не имея значения не только афганцы, но были же Египет, Эфиопия, и Ангола и ряд других стран. И эта идея возникла, чтобы установить всем воинам-интернационалистам взять за основу вот этот, ну, как бы эту фотографию. Фотографий очень много было разных идей. И пришли все же к единому мнению такого характера. Потому что она символизирует как раз автомат, чтобы не было войны. Панамка и фляжка живым, живущим, как жизнь символизирует. И черный тюльпан как бы тем ребятам, которые нет с нами и не вернулись. Григорий, вы обращались к депутатам, которые дали согласие. Куда же все-таки предполагается установить памятник, если его все-таки установят? По нашим разговорам с главным архитектором, самое основное, и по волеизлиянию народа, все же напротив почты, где вот трехлист, который символизирует вот трем родам войск, ну, честно говоря, вооруженным силам. Восточной стороны, как бы, как восток, с восточной стороны планируется. Надпись на русском и эстонском языках. Вы сказали, что эта надпись на эстонском языке была согласована. Согласована была у нас на эстонском языке. Делали запрос в институт языка город Таллин. И получили ответ двух вариантов. Но один из вариантов, который больше подходило этому памятному камню. В этом году исполняется 70 лет со дня основания в Силаме сланцехимического завода, некогда секретного военного объекта. Год после окончания Второй мировой войны. Разруха. Со всего Советского Союза фронтовики, выпускники ремесленных училищ съезжаются в Силаме для строительства завода и города. В наших программах мы будем показывать интервью воспоминания тех, кто прибыл сюда в те далекие годы. Николай Викторович, 20-летним парнем в 1948 году после окончания техникума в Калинине, в Твери сегодняшней, вы приехали в город Силаме. Сразу или вы где-то были еще до того, как приехать? Еще в техникуме я завербовался, приезжал представитель из Москвы, вот, желающих. Принял заявление от желающих поехать на работу в их заведении. Что за заведение? Просто... Вы узнали, когда только приехали. В Москве-то вас кто встречал? Комсомол или какие-то товарищи в погонах? Кто не встречал? В Москве? В Москве получили адрес. По каким-то задворкам, заваленным стройматериалом, нашел проходную. Я один приезжал. Остальные товарищи из нашего техникума, как тут были Виноградова Тамара Александровна, Шанахина Тамара, забыла фамилию, отчество, и кто-то еще забыл. Мы... Вот, нашел и там прошел наверх, меня приняли. Приняли, оформили. Да. И вы приехали куда? Вы куда приехали? В Силаме или в какой-то другой? Или в Нару все-таки вы приехали? Я приехал, адрес был Ленинград 1. Что вы увидели-то после военной Нарвы, когда приехали? Строился, по-моему, вокзал. Или же был построен, я вот что-то не помню. Автобусы, ну,
не автобусы, а грузовая машина. Да, да. Ну и приехали разбитого танка. О, разбитый танк. На Петровской ныне площади. Немецкий танк. Ну, приехал в Силомяя. И куда вас поселили-то первое время? Пока не поселили никуда. Общежитие, я же был техником, я тоже был специалист по сравнению. Поэтому меня в общежитие не поселили никакое. А я некоторое время жил по местам, где были расселены проектанты. Ага. Чем занимались ты первое время? 20 лет, пока еще опыта работы нет. Чем занимались ты в городе-то? Не было ничего тут. Приходил к управе, это где-то сейчас ныне район Новой Котельной, вот. И ждал, когда скажет, кто-то скажет, что делать. Николай Викторович, ну жили-работали-то вы по 8 часов, что делали после работы-то? Ничего ж не было. Как ничего не было? Ну-ка, расскажите. Как вам? Речка. Речка. Там водичка была. Вы бассейн-то построили при участии Ростощенкова, Царство Небесное, в 50-х годах. А в 48-м году что тут было, как отдыхали, чем занимались? Так отдыхать когда? Мы работали 3 человека... начальники смен. Когда отдыхали-то и через 8 часов бывали, выспаться-то не успевали. То есть работы было много? Ну, постоянно. 8 часов от работы, через 16 выход. А то и через 8. Как его зовут? Это несколько лет было. Ну, какие интересные случаи-то вспомните вы в молодости твоей? Я поступил сразу в заочный институт. Пошел к царю Федору Гукову и сказал, так и так, я поступил, у меня где? И он распорядился выделить, дать. И мне дали, выделили 7-метровую комнату. На Матросово? Нет, это вот на Горького дом. Какой дом? Второй, наверное, или первый. И вы там жили, так? И там я жил, у меня там была койка. Как обстановка-то в городе была? Помните по тем годам-то? Люди-то приезжали со всех уголков. Обстановка. Молодежь была настроена воинственно. Кругом места боев, оружие вполне исправного уйма. Вот и товарищ один из руководителей, пожилой уже, едет из Нарвы по каким-то там делам энергетического снабжения домой, идет товарищ Стец, ростом он так был, ну, немного больше 1,5 метра, и несет винтовку. Он остановился, эй, ну-ка, ты чего несешь? Ничего, руки за спиной, винтовка выше головы торчит. Ничего. Забрал у него винтовку. Тот потом жаловался товарищам. Жалко, винтовка с первого раза начал стрелять. Ну, Николай Викторович, какие были люди готовы. Молодежь. Мы в основном только и удавалось общаться, только общались. На рабочем месте. Ну, так, уж потом, так. За 50-е годы, там уж повеселее стало, и домов стало больше, да, и центр культуры построили, там, кинотеатр. Стали, ну, 50-е годы мы уже жениться стали, нас уже женщины стали интересовать. Дети пошли. Старший сын у меня 53-го года рождения.
Ну, Николай Викторович, желаю вам крепкого здоровья и также активно вести свой образ жизни. Вы до сих пор трудитесь, я смотрю, я очень бодро так шагаете. Долго вам. Тружусь на пользу ближним людям. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Всего доброго вам всем. Второго марта в молодежном центре Ульи на двух этажах открылись выставки учеников художественного отделения Улья Евгении Сирыш и Арины Тарасовой, мастеров по вышивке Людмилы Кабановой и ее коллеги Натальи Тумановой из Лохусу, работы учеников Ахтмисской школы искусств. Арина, ты учишься на четвертом курсе художественного отделения центра Ульи. Что же ты освоила за эти 4 года? Я начала лучше рисовать гуашью. Также я научилась делать свет-тень, делать немного 3D-эффект. Также я считаю, что я начала намного лучше выражать свой внутренний мир при помощи рисунков. И я научилась на 4-м курсе вылепливать лицо человека. А чем же отличается художник от человека, который может просто рисовать? Человек, который может просто хорошо рисовать, он берет любую репродукцию, иллюстрацию какого-либо произведения и срисовать. Художник выражает свои мысли при помощи каких-то действий, героев. Ты освоил вот это мастерство? Есть у тебя внутри художник? Я считаю, что у меня есть маленький такой зародыш художника, который может впоследствии вырасти. Как ты развиваешь это? Может, кто-то приснится у тебя, то есть снится какой-то сюжет для картины, может быть, ты в жизни ты встретила, ты нарисовала, написала это, допустим, в масле, в гуаше, в акварели? Ну, порой приходят мысли, которые ты прям хочешь выразить. Ты возьмешь лист бумаги, сделаешь маленький набросок, что вполне впоследствии может вырасти в настоящую картину. Ну, я желаю тебя из рисовальщика превратиться в художника, как тот гадкий утенок в «Лебеде». Благодарю. Выставка работает по рабочим дням с 10 до 18 часов. Вход бесплатный.